Всем привет! В этом видео поговорим о том, как расширить диск или добавить новые диски на таких виртуальных машинах, как VMware, VirtualBox, Hyper-V. При создании новой виртуальной машины для нее создается виртуальный жесткий диск, размер которого указывается в настройках, но в процессе работы может не хватить назначенного объема. Что делать в такой ситуации? Как увеличить размер уже созданного диска? Перед выполнением описанных далее операций рекомендую вам создать резервную копию файла вашего виртуального жесткого диска. Итак, начнем. Начнем с VMware. VMware Workstation – распространенный инструмент для работы с виртуальными машинами. Он работает с графическим интерфейсом, простой и удобный для личного использования. Видео о том, как создать виртуальную машину VMware, уже есть на канале, смотрите по ссылке в описании. Для того, чтобы расширить диск, запускаем VMware Workstation. Выбираем нужную виртуальную машину. В верхней строке кликаем по пункту «Виртуальная машина». Здесь кликаем по меню «Настройки» или «Параметры». Теперь во вкладке «Оборудование» кликаем по пункту «Жесткий диск». В меню справа найдите пункт «Расширение емкости диска». Нажмите кнопку «Расширить» напротив него. Здесь указываем объем нового дискового пространства и нажимаем «Расширить». Через некоторое время программа сообщит, что диск успешно расширен. Затем включите виртуальную машину и проверьте емкость диска в управлении дисками. Теперь необходимо развернуть раздел диска на виртуальной машине. Кликните правой кнопкой мыши по диску и выберите «Расширить тон». Добавляем нужное пространство и кликаем «Далее». Как видим, диск расширился, а все данные остались на месте. Также, при нехватке изначально заданного объема жесткого диска, мы можем добавить еще один виртуальный диск. Можно добавить как существующий диск, так и создать новый. Для этого выключаем нашу виртуальную машину. В окне сведений жмем «Поизменить настройки». Во вкладке «Оборудование» переходим в раздел «Жесткий диск». И внизу кликаем кнопку «Добавить». Запустится мастер добавления нового оборудования. Указываем «Жесткий диск» и жмем «Далее». Здесь оставляем предустановленный параметр и жмем «Далее». В окне выбора диска мы можем указать путь к существующему виртуальному диску или же создать новый. В нашем случае мы будем создавать новый диск. Жмем «Далее». Здесь задаем размер виртуального диска и выбираем опцию «Сохранить виртуальный диск в одном файле». Далее указываем путь и имя нашего диска. Я оставлю все по дефолту. Кликаем «Готово». Как видим, виртуальный жесткий диск создан и отображается в списке. Для выхода из настроек жмем «Ок». Затем запускаем виртуальную машину. Только что созданный виртуальный диск система видит как нераспределенное пространство без структуры разделов. Мы это исправим, инициализировав диск. Кликаем левой клавишей мыши по меню «Пуск», переходим в управление дисками. Штатная утилита управления дисками автоматически увидит диск и предложит его инициализацию. Кликаем «Ок», вернемся в окно утилиты, кликаем по диску с нераспределенным пространством и жмем «Создать простой том». Кликаем «Далее», указываем размер тома, «Далее». Выбираем букву диска и жмем «Далее». В следующем окне можем сменить метку тома. Жмем «Далее». И, наконец, готово. Диск будет отформатирован и готов для использования. При создании виртуальной машины в программе VirtualBox тяжело точно рассчитать размер, который понадобится после установки системы. Есть два способа, как добавить свободное пространство к виртуальной машине без удаления данных и самого образа. Начиная с версии VirtualBox 6.0, была добавлена графическая опция для изменения размера виртуальных дисков. Чтобы воспользоваться ней, запустите программу. Перейдите в меню «Файл», «Менеджер виртуальных дисков». Напротив операционной системы будет указан виртуальный размер диска. Укажите свою виртуальную машину, затем используйте ползунок или же просто укажите необходимое значение размера. И нажмите «Применить». Закройте менеджер виртуальных дисков и запустите операционную систему. Расширьте ваш диск с помощью инструмента управления дисками. Если же у вас установлена более старая версия VirtualBox, то для увеличения размера диска нужно использовать команду vboxmanage из командной строки. Прежде чем начать, выключите виртуальную машину и запустите командную строку от имени администратора. Далее перейдите в корневую папку с программой и найдите файл с названием vboxmanage.exe. Кликните по нему правой кнопкой мыши и скопируйте его путь.
После чего перейдите в командную строку, вставьте этот путь и допишите такую команду Modify HD. Затем нужно указать путь к существующему виртуальному диску, размер которого нужно увеличить. Переходим в папку, где хранится наш диск, и копируем путь к нему. Вставляем его в командную строку и прописываем такую команду Resize и необходимое количество дискового пространства. Переходим в программу и запускаем гостевую ОС. И расширяем диск, как и в предыдущем способе. Диск расширен, можно работать дальше. Ну а если и на этом диске закончилось место, мы можем подключить или же создать второй диск для хранения данных. Сделать это довольно легко. Переходим в программу, кликаем по нужной нам виртуальной машине. Затем переходим в настройки. Переходим во вкладку «Носители». Возле вкладки «Контроллер SATA» кликаем «Добавить диск». Мы можем добавить уже существующий диск или же создать новый. Нажимаем «Создать». В окне мастера ничего не меняем и кликаем «Далее». Здесь указываем динамический диск, чтобы он занимал меньше места. Указываем путь хранения диска и его размер и кликаем «Создать». В списке находим наш диск и нажимаем кнопку «Выбрать». Нажимаем «Ок» и запускаем виртуальную машину. В виртуальной машине диск будет пустым и без файловой системы. Необходимо инициализировать диск в точности, как мы это делали в VMware Workstation. И последней на сегодня программой будет Hyper-V. Динамическое изменение размеров дисков Hyper-V доступно начиная с версии Windows Server 2012. Функция Online VHDX Resize позволяет нам увеличить или уменьшить размер виртуального диска. Мы можем изменить размер диска Hyper-V любого типа, фиксированного или динамического. Для этого открываем менеджер виртуальной машины Hyper-V. Указываем нашу виртуальную машину, после чего переходим в настройки. Указываем нужный нам виртуальный диск и кликаем по кнопке Edit. В открывшемся мастере выбираем пункт Expand или же расширить. Здесь указываем новый размер жесткого диска. Теперь запускаем гостевую ОС. Открываем панель управления дисками. На диске будет неразмеченная область. Кликаем по разделу, который нужно расширить. Важно помнить, что расширить можно только раздел, находящийся слева от неразмеченной области. Как видим, диск увеличен. Также мы можем изменить размер VHDX диска с помощью PowerShell. Для этого нужно получить полный путь к диску виртуальной машины. Переходим в Hyper-V Manager, кликаем по нашей виртуальной машине, затем переходим в настройки. Во вкладке CSI Controller, кликнув по нашему диску, мы видим путь к нему, копируем его. Запускаем PowerShell от имени администратора. Далее пишем команду Resize VHD Patch и вставляем путь к диску виртуальной машины. Затем, прописав команду Size Bytes, укажите нужный вам объем для расширения диска. Учтите, что если вы укажете размер виртуального диска меньше, чем он занимает на диске, вы получите ошибку. После чего нам нужно расширить диск управления дисками. Как и в предыдущих гипервизорах Microsoft Hyper-V, мы также можем добавить виртуальный диск или же создать новый. Чтобы создать новый виртуальный диск, запустите Hyper-V Manager, кликните правой кнопкой мыши по вашей виртуальной машине и перейдите в настройки. В разделе CSI укажите тип диска и нажмите «Добавить». Затем «Создать». В мастере создания дисков в первом пункте кликаем «Далее». На этом этапе выбора диска указываем фиксированный размер диска. Указываем путь и имя диска. Далее указываем размер диска. На финальном этапе кликаем «Готово». Затем «Применить» и «Ок». После запуска машины, чтобы новый диск был доступен для работы, его нужно проинициализировать и создать на нем разметку. Делаем все те же действия, что и до этого. Также хотелось бы напомнить, что если вы по какой-то причине утратили свои данные на виртуальной машине, у нас на канале есть видео о том, как восстановить данные виртуальных машин. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям.